Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе «Назад на рыбалку в СССР ретро ностальгия». И сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим про очень интересную блесну. Блесна ладок и производство Ленинградского общества охотников и рыболов Лоир. Позднее это завод Балтика. То есть вот такая вот интересная блесна они производили. Блесна такая обрубок. Давайте рассмотрим ее поближе и также проверим ее игру в ванной. Давайте начнем. Чем интересна блесна? Это блесна интересна, как такое ощущение у этой блесны, что она обрубается. Видите, идет и раз такой обрубок прямой. Вот Ладога, Лоуир. Я начина, начинаю, их подписывать, чтобы просто не путаться, не забывать. Все блесны я скоро сейчас так подпишу маркером. Вот фурнитура. Лоуир, позже завод Балтика. Лепесток, тройничок, стандартная фурнитура. А здесь посмотрите. Изгиб вот такой вот сбоку. Далее давайте сейчас мы узнаем. А в длину она 6 сантиметров. Самая толстая часть здесь два с половиной. Далее она магнитит и вес. И вес этой блесны 18,6 грамм. Давайте проверим ее игру в ванной этой блесны Ладога. Итак, блесна Ладога. Игра, конечно же, есть. Посмотрите, вот такая классная игра. Вот они. Такая вот классная игра блесны Ладога. Лоуир, позже завод Балтика. Ну а вы, как всегда, напишите в комментариях, кого была такая блесна Ладога, производство Лоуир, позже завода Балтика. Я буду очень рад. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Будет очень много интересных на СССР. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка в описании. Всем пока.